Привет всем, кто нечаянно смотрит эту запись. Сегодня начинаю серию тренировок по добиванию крипов, так называемых ласт-хитов, по методике одного известного автора передач Tips for Bronze. Зовут его Scrap. Есть тут некий план на 3 недели. Значит, задача состоит в том, что за 5,5 минут проходит 8 волн с крипами, в которых идет 51 юнит, и чем больше убьешь, тем лучше. Вот, каждый день буду записывать прогресс своих игр. Давайте попробуем. Играть сегодня буду за Калисто. С рунами, мастерками, скиллами. Первая игра будет заключаться в том, чтобы просто стоять на месте и ласт-хитить крипов, используя вообще все что угодно. Дальше, в следующие дни, я буду выбирать других чемпионов. Сначала буду играть за ДК, потом АПК каких-нибудь, саппортов, милишников, танков. В общем, буду брать все более и более слабых персонажей и смотреть, собственно, прогресс, насколько сложно, насколько просто стало добивать. Мне самому интересно, делаю запись исключительно для себя. Если кому-то интересно еще посмотреть, то милости прошу. Поначалу будет немного скучно, а первые 2 минуты нужно просто тупо стоять, ждать. Ровно в 2 минуты здесь пересекутся наши крипы, и каждые 30 секунд будет приходить сначала 6-6, потом 7, потом снова 6, потом снова 7, потом снова 6 крипов и так далее. Каждую нечетную волну будет приезжать тележка. Всего надо перебить 8 волн и после этого выходить из игры. Вот на миде, кстати, уже пересеклись мобы. В минуту 50 примерно, да? Так, все, сейчас стоим на месте и тупо ласт хитим. Сразу скажу, что у меня с этим есть кое-какие проблемы с добиванием, поэтому не на пустом все-таки месте я решил
попрактиковаться в этом деле. Да что такое, блин? По-моему, опять не добил. Да что ты будешь делать? Вот на таких вот мелочах обычно и происходит. Противное вот такое добивание, когда тебе никто не мешает, но все равно фейлится. Чуть-чуть остается, вот буквально несколько хп у монстров остается. И... Так, главное не провафлить момент. 5.30 приходит последняя волна, ее добиваем, и после этого сразу же засекаем результат и записываем. Так, можно кверху пока побить. Так, тихо. Да что ж такое, обоих не зафармил. Кстати, я думаю, что Калиста довольно неплохой персонаж для тренировки именно ласт-хитов. Возможно, есть более удачные для фарма персонажи. Но вот именно для ласт-хитов Калиста, мне кажется, идеально. Так, вот это последняя, кстати, волна крипов. Я уже вижу сейчас по статистике, мне 28 всего лишь. Оп. Все, 32 крипа из 51. Слабенько. Очень слабенько. 1100 голды. Печаль. Так, 32 крипа. Надо записать результат. Так, давайте сразу вот здесь вот чемпион напишем. Калиста, конечно же. Вот так вот. Гейм 1, 32. Вторая игра заключается в том, чтобы, в общем, все то же самое, что и в первой игре, только мы передвигаемся между действиями. Просто передвигаемся. В принципе, между каждым ударом мы делаем перемещение. В принципе, на Калисте это просто идеально тренировать. Ямба. Death to all the traitors. Поехали. Не знаю, может быть, в дальнейшем буду ставить на паузу запись во время загрузок и ожидания от этих 2 минут. Не знаю, посмотрим. Кстати, возможно, есть смысл начинать с мида. Но это потом уже в следующих играх.
В общем, идея заключается в том, чтобы провести 8 игр по 5 минут, по 6 даже, что займет около часа времени на каждый день. И это должно принести какие-то свои плоды. Не знаю, не уверен. О, можно даже камеру закрепить. Все, и фармить. Выглядит, кстати, очень классно, чемпион. Особенно мне походка нравится. Такой римский легионер, который идет вперед. Танец вообще шикарный. Не жалею, что купил. Да что ж такое? Оп. Мне кажется, с предыдущего трая первая волна куда приятнее. Ой, рано. Ой, хорошо. А что ты будешь делать? Очень долгий размах. А-а-а, сколько крипов пропустил. Жесть. Отвратительно просто фармлю. Просто отвратительный фарм. Так вот. Нет. Нет. Не может быть такого. Вот. Наверное, вот пушить вот так вот не нужно серьезно, нужно просто ждать. Давай просто ждать, реально. Вот когда начинаешь ждать, крипы накапливаются и просто одной атакой сносят все. Все здоровье. Сразу же моментально. Ой, не ту цель выпал. Ой, обоих пропустил. Плохо. Вот это я ужасно вообще вас пичу. А следующие-то игры какие пойдут? Вот это я реально страдать буду. Давай. Ну! Этот момент, когда она замахиваться начинает, это просто жутко. Так, мы сейчас активно двигаемся, просто активно двигаемся. Нет, не добил. Плохо. Нет. Ой, куда это копия кидает? Ах, не убью.
Вот не умею вот эти вот подсиживать. Ухы немножко. А что сказать, бронза. Вот, кстати, уже 5 минут времени прошло. Вот это зря, наверное, сбивал. Да нет же! Как все плохо! Да нет другого! Ахаха! Шо? На самом деле плохо. Надо больше на автоатаке ориентироваться, чем на скиллы. Давай. Вот очень долго замахивается. А еще бегать в этот момент непросто. Это, кстати, было... Вот это вот сейчас. Последние крипы. Вот эти вот последние три крипа. Все, 29. Ужасно, отвратительно, просто отвратительный результат. Просто отвратительный результат. Я скатился. 29. Так, вот могу показать сейчас, что прогресс. Итак, третья игра. В третью игру у нас третья игра заключается в том, чтобы повторять условия из второй игры, плюс пушить и фризить линию. Не знаю, насколько это хорошо у меня получится. А по рекомендациям скраба сначала фризится первая, потом пушится вторая. Потом опять фризится третья и так далее. Death to all the traitors. Погнали. Если честно, я пока не представляю, что значит фризить линию. Как пушить, понятно, а вот как фризить, непонятно. Потому что перевес в любом случае на моей стороне. Потому что я управляю за чемпиона. А на стороне противника и чемпиона нету. И тут уже никак линию не пофризить. При этом ласт-хитя. Не знаю. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, как получится. Видимо, фризить имеется в виду просто ласт-хитить, а пушить прям вообще вот конкретно бить, как я делал в предыдущих играх. Ну, попробуем. Давай, не беси меня. Сначала фризим. У меня такое ощущение, что я неправильно волны посчитал. Так, давай, значит, в 2 минуты пересекается первая волна приходит, потом в 2.30 вторая, потом в 3, в 3.30, 4, 4.30, 5, 5.30. Ну да, все правильно. То есть примерно в 6 минут я должен разделаться со всеми. В 6 минут приходит уже следующая волна, которую трогать нельзя. В 6.8.48 и... Подожди, а почему 8? Ой, кажется, я вообще все неправильно посчитал. Нет, все правильно посчитал. 6 крипов, 8 волн. Плюс 3 тележки. Рассчитано, конечно, все правильно, но пока на практике не получается.
Так, сейчас фризим. Сейчас просто стоим, наблюдаем за дракой. Оп. Оп. Так, двигаемся между действиями. Вот этого крипа. Давай, 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 давай. Хорошо. Хорош. Ага, вот это надо пушить волну. Ой, тут еще крип. Не забрал, и это не заберу. Забрал, хорошо. Кританул. Как боженька просто вообще криты раздают. 10. Должно быть 12. Два крипа пропало. Ладно, сейчас просто вас фризим. 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 Конкретно фризим. Этого крипа надо. Оп. Подцепить. Подцепили. Вот этого. Вот этого сразу. Давай, нормально. Вот того заднего мага. Да ладно. Я не говорил ему атаковать, что за фигня. Так, сейчас пушим. Сейчас идет нечетная волна, надо ее пропушить. Не добил. Вот надо было, наверное, скиллом. Так, сейчас фризим. Сейчас фризим. Ничего не делаем. Нужно... Ну ладно, не будем. Не будем водить. Ой. 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 Да ладно. Все, пришла следующая волна, надо пушить. Да что ты будешь делать? Все, сейчас фризим. 4.57. От того крипа. Нет. Как так? Надо много бегать. Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Ой-ой-ой, что я делаю? Ага, пришла последняя волна. 5.30, надо все это дело пропустить. И заканчивать. Вот. Так-так-так-так-так. Оп. Все, 38, ура, рекорд. Рекорд. Нормально. Уже лучше. Прогресс просто прет на лицо. Просто прет. Давай запишем тут 38. Правда, тут мне вот лень на самом деле переписывать всю статистику, потому что на самом деле проходит тут 51 крип, и это будет немного портить. Ну ладно, один крип будет фора. Хорошо, фора для начинающего игрока, можно так сказать. Так. Значит, вот этот записал, все хорошо. А следующая игра, четвертая, мы добавляем ботов. Так,
Добавляем ботов. Пока просто рандомных ботов. Посмотрим, что это такое. Один с пятью ботами я еще вообще ни разу не играл никогда. Значит, тут прикол в том, что... первый идет на топ. Топ-бот, мид, топ-бот. Значит, если я пойду на бот, то будет Фортуна и Мунда. Нормально? Нормально. Ну, кстати, боты бигинеры, поэтому, по-моему, они только к третьему уровню придут на линию. Ладно, давай пока реально с бигинерами. Посмотрим, чё к чему. Они будут тупые-притупые. Берем Калисту снова. Насколько я понимаю, мне ботов убивать нельзя. Просто они добавляются для того, чтобы почувствовать давление на линии. Нужно именно добивать крипов. Ничего, кроме крипов, только крипы. Сейчас моя задача по-прежнему так. Если вы слышите ВКонтактик, это у меня. Надо его закрыть. Все то же самое, как и в предыдущей игре. Сначала халдим линию, потом пушим, передвигаемся активно между атаками. Передвижение тренирует в нас мобильность во время фарма. Насколько объяснял Скраб. Мобильность и... ну как это? Расположение на линии. Позиционирование. О, умное слово вспоминал. Давайте вард поставим. Ну, конечно, он сейчас не нужен. Я, кстати, не видел эти штуковины. Hate. По щам раздает нормально вообще. Хорошо. Ой, блицкранг. Ой. Ой-ой-ой. Там в видосе, оказывается, неправильно. О-хо-хо. Это будет сложная задача, слушайте. Если ботов нельзя трогать, это реально будет сложная задача. Я так понимаю, их можно подбревать немножко. Ой, вард, я мимо поставил. Вот это вообще нельзя было делать. Как так-то? Так, дай мне крипа. Не дал крипа. Посуда, ткань. Все, отстанет меня в кустах. Не видишь. Прищучат сейчас.
Давай, давай, под башню со мной. Чего ты? Блин, он меня от крипов отвлекает очень сильно. Не-не-не, ботов не трогать нельзя, явно. Я, конечно, все понимаю, что моя основная задача это фарм. Ничего кроме фарма. Но если не бить ботов, все-таки не получится так. Раз, раз, добиваем. Как же сложно с ботами. Ой, не того крипа. Так. Давай убивать. Мадам. Куда же ты? Все плохо, ребята, все очень плохо, на самом деле. Я сейчас вполне могу остаться без... Ой, лагает еще. Ой, лагает. За что ты так лагаешь со мной? Ну нет, это нечестно. Я не знаю, что... Почему начало лагать. Какая грязь. Я уже потерял счет, что нужно пушить, что нужно фризить, поэтому просто добиваем уже хоть как-нибудь фармим. Как же все плохо. Вот меня сейчас могут убить вполне. Не надо. Отстаньте. Ой, ой, не заметил. Все, мне конец. Смотри-ка. Еще и уровень успел получить каким-то образом. Могу даже еще и наказать за наглость. Все, на этом все. 24 крипа. Ну, кстати, я ожидал меньшего. На самом деле. Все-таки ботов бить обязательно. Просто обязательно нужно. Еще я, наверное, линию неправильно выбрал. Скорее всего, надо было идти на мид, там было бы попроще. Ну да ладно, что есть, то есть. Давайте посмотрим, так, сколько я забыл, 28, по-моему. По-моему, 20, что-то я забыл уже, совсем из головы вылетело, сколько там на самом деле. Чей-то черный экран. О. По-моему, 28. Итак, суть пятой игры заключается в том, чтобы делать все то же самое, только не использовать руны, мастерки и шмот. То есть остаются боты, остается пуш-фриз, остается передвижение между автоатаками. Можно использовать скиллы. Хорошо. Я для этого подготовился. Так, давайте добавим бота сначала. Эй, не надо интермедиат. Ты что, я совсем тогда охренею.
Опять Блицкран, кстати. Но Блицкран пойдет на топ, насколько я понял. Все-таки сначала бот топ, мид, бот топ. Нет, Блицкранг идет со мной, с Грейзом. Опять Блицкранг, какая вообще пакость. Может поменять его? Рай, нет, не надо. Надо учиться дожить всяких таких чуваков непонятных. Ну что, поехали? Просто поехали. Значит, выбираем снова Каллисту. Здесь мы заменяем на мою вот empty. Здесь тоже ставим empty. Я тут все специально подготовил. Что-то у меня высокая нагрузка. Сейчас, секунду, давайте вот я зачекаю, что у меня тут. Почему у меня нагрузка высокая? Почему у меня лаги? Ладно, я пока оставлю, значит, этот вот скраба статистику. Здесь мы. Бейсик же его съест, съест. Очень замечательно. Все равно большая нагрузка. Так, я думаю, надо в настройках поковыряться, вообще посмотреть, что за дела. Может быть, битрейт немножко поменьше сделать. Сейчас, одну секунду. Ладно, немножко поменьше битрейт сделаю, мало ли. Из-за него лаги случаются. Ага, сейчас нельзя покупать шмот. Руны, мастер. Все отключено. Было 74, а да, сейчас 53. Какая грязь. Я буду стоять против чуваков. Ну, надо хитрить, значит, как-то. Надо как-то хитрить. Посмотрим в следующий, наверное, завтра, в следующих играх будем как-то, наверное, на миду с ботами играть. Да и вообще на миду больше. А, я думаю, можно, кстати, чередовать. Сначала бот, потом мид, потом топ. Как-то вот так вот чередовать дни. Вот сегодня будет бот, завтра мид, послезавтра топ. Я думаю, вот это вот нормально, кстати, тема. На боте и на топе будет такое усиленное давление. Еще, кстати, были рекомендации ставить себе на линию, например, саппортов или танков, чтобы облегчить задачу, или наоборот, если хочется посложнее, ставим эдакири. А, кстати, можно же было банками. Ладно, в этот раз без банок. Вот это у меня вот сейчас будет вообще ультра-хардкор. Так, первую линию мы фризим.
Как плохо. Ой, я еще и бард не купил. Слушайте, как же... Нет! Отставь меня, мне крип нужен. Отдай мне крипа. Вон. Просто вон. Не, слушай, мне кажется, нужно переиграть немного эту игру. Потому что реально банок не хватает. Они меня сейчас просто с руки будут убивать. Да. Эта игра не считается. Надо затариться, короче, кучей банок, кучей вардов. Давай заново. Так, что это я нажал? Создать, конечно же. Ботов добавляем. Кейтлин. Ой, противные, противные боты. Ладно, поехали. Может быть, Калиста, конечно, не самый удобный персонаж для борьбы с ботами. Блин, сейчас все заново. Конечно, ждать. Все понимаю. Не, ну в этой игре, если я, конечно, буду умирать, я просто сейчас нужно не забыть купить, закупиться банками и вардами. Если я буду умирать, то тогда, конечно же, придется бежать. Бежать. Возможно, даже телепорт поставить. По максимуму вообще банками, вардами какими-нибудь. Давай вот розовый вард один. Хотя зачем мне? Стой, мне не нужны розовые варды, мне нужны такие вот две штуки. Три даже, давай, вот, нормально. Пущай будет. В общем, стратегия такая: как только подходят боты, бьем ботов. Наверное, они по приоритету идут. Не уверен, кстати, насчет стояния в кустах в самом начале. Ну, может быть, это и хорошая идея. Хотя, ну, сейчас ладно, по ситуации посмотрим. Что-нибудь придумаем. Танцуем, конечно. Пока хватит. Грейвс и Кейтлин, вот это жесть! Вот это жесть! Не-не-не, чувствуется давление. Надо первым брать кушку все-таки, чтобы не просто так безнаказанно, ой, получать люлей, а хоть что-нибудь им противопоставлять. Ой, как же плохо-то! Вот это вообще ужасно. Отвратительно. Я просто не могу радиусом своей автоатаки достать до них.
Да ладно, я не убил второй автоатакой. Как же это все печально. Ой! Вот это я хватаю. Тут никакие варды не помогут. Просто тупой микроконтроль. Отстаньте от меня, ребята, мне больно. Мне слишком больно. Реально. Наверное, Калиста не очень подходит. Нет, я не добил крипа. Ай, ай, подставился. Ой, не заметил. Ой, убьют меня сейчас. Ой, меня вообще вот любая сейчас плюха прилетит, и я свожусь сразу же. Давай, подразни. Ой, ну басы. Ой, хорошо. Ой, живу. Ой, фармлю даже еще. Не, ну Грейвс в этом плане очень сильный. Ой, на ману нужны банки. Вообще нужна мана. Боюсь к крипам подходить. Нет, отставят меня. Я знаю, сюда надо брать Кейтен. Да куда тележка-то поехала? Чё за несправедливость? Нет, не успел добить. Что ж такое, вообще не добивает. 5.27, кстати, сейчас приходит уже последняя волна крипов. Вообще ни одного не успеваю добивать. Это реально сложно. Ну, для меня, по крайней мере. Для такого нубаса, как я, это сложно. Вот один Грейвс остался. Да что ж такое. И я еще и, ко всему прочему, успел съесть все банки. Так, ну все, это была последняя волна крипов. Ужасный счет. 14. 14? Это просто ужасно. Все, я удаляю эту игру и... Четырнадцать, Карл! В следующей игре. Ой, кажется, что-то я делаю не так. Надо будет пересмотреть все-таки план, потому что, насколько я помню, где-то в какой-то из игр нужно передвигаться между линиями. Возможно, это нужно было делать со второй игры. Потому что про передвижение между линиями, что-то в себе, вот здесь, нигде не написал. Вот тут. Это меня печалит немножко. Ладно, сейчас все то же самое, что и в предыдущей игре. Игра шестая. Добавляем ботов. Только нельзя использовать скиллы. Можно пользоваться банками и автоатаками.
Готовьтесь к отку. Просто сейчас будет адок. Ну, кстати, Владимир Вуконг мне, наверное... Так, тихо. Тихо, надо его исключить. Уходи. Да нет же. Почему ко мне никто не присоединялся по жизни, а сейчас вот внезапно начинают? Ну и, конечно же, никакого Владимира. Сейчас будет у меня Кейтлин и Тристана. Вообще замечательно. Давай, наверное, облегчим себе задачу. Поменяем. Ну, какой-нибудь Галио пущай будет. Тристана, кстати, уехала. А что, все что ли поменялись? Ладно, Тристану тоже давай на всякий случай. Вот Трандл пускай будет. Остальные вроде сойдут. Что-то не так. Что-то у меня подлагивает. Ой-ой-ой-ой.